Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот 100 левела. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed. И погнали на первое задание. Блять, ты прыгнешь, нет? Так, далеко нам? Стоп. Почему бюро Assassin's Creed на карте пикает что-то? Давайте-ка во всякий случай проверим. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере близ мечети. И на востоке перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб-Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Ну, пошли искать. Какой-то борзый типок. Что-то все равно смигает этот бюро ассасинов. Сори, пацаны. Извини. Ты ж пойди за меня. Да-да, флаг тут. Но я не буду залезать. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Что-то вообще, пацаны, как-то легко. Что-то вообще двоих на изичах просто. Просил меня проследить за работорговцем, но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Хорошо. Что надо? Пройдите информатор до точки, где пришли. А докуда его надо оттуда? Пусть бежит. У нас подбух. Неверный! Я тебя поймаю! А, ты меч даже не достал, я понял, братан. Я уйду,
Почему герой АФК? Почему у меня герой АФК? Ладно, пофигу. Мы сейчас смотрите просрём нашего типа. Мне бы захилиться. Было бы замечательно. Ну, спасибо. Отлично. Скируемся. Далеко еще идти-то? В принципе, нет. Я так понимаю, сейчас файт с этими типами будет. Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется талант. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Так, все, ты ушел, да? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Забирайте на что. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех... Типа его убить надо. Правильно я понимаю? Тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Ну, отлично, он уходит. Сейчас мы где-нибудь его и положим. Или стоп. Вот этого и чувака убить надо. Почему? Почему ты нож не можешь достать, придурок? Ой, боже, у меня герой даун, просто тупая мразь. Допросить его надо или что? Что сделать? Убить его, допросить. Допрос. А, все, я понял, почему у меня герой не бил. Его надо было допросить. Окей. Идем в тихое место, короче. Что он делает? Готовит их к путешествию.
И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Разумное решение. Направляемся в бюро ассасина. Наконец-то он смог зацепиться впервые. Вау. Малик, пришел тратить мое время? Я нашел Талала. Ты готов приступить к заданию? Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе, в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный. Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Подойдем, возьмем перо. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай что хочешь, но только тихо. Да я ж тебя себя обсекул, братишка. Лучше замолчи. Перемотка на более поздний участок памяти. Талал. Талала сейчас мы ходу убьем. Талалчика этого. Талал. Ой, долго ты, конечно. Ну хоть не засал. Чуваки за меня. Опять что ли? Nice fit. Что ты ссыкуешь?
все, вы успокоились уже, нет? Нет, не я, пацаны. Он точно разобьется. Ты дайте ему уйти! Я тебя поймаю! Ты прячешься, как крыса! Упс. А как ты сюда-то залез, так ты дурак? Ничего себе. Добивай его, добивай. Найс. Блин. Там охрана. Здесь стена. А, я тупой просто. Можно же пройти так. Можно же отсюда пройти. Можете, пожалуйста, пацаны, отойти. Почему вы не идете? Здесь уж какая-то другая охрана. Эти больные. Эти больные люди. Я бы тебя сейчас убил прямо здесь. Вообще было пофиг на синхронизацию. По-любому влетит мне. Ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу.
стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе. Ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен уметь. Отговорите! Убейте его! Это научит тебя не вмешиваться! Тебе это нет! Покажи! Беги, пока можешь! Берите, ты справа до меня ехал! Тебе конец! Ай, ну почему ты, ассасин, такой тупой? Ура, ты убил кого-то, наконец-то. Почему вы меня откидываете, уроды? Ясно, я понял, ассасин. Почему ты можешь? Ой, все ясно, короче, я не хочу играть. Почему ты убить его не можешь с ножа даун? Наконец-то ты додумался. Боже, такой тупой. Ассасин, алло! Убей, воткни ему меч. Ой, ты тупой ассасин, боже, ты такой даун. Убил, офигеть. Прогресс. Опять-то, там уже 20 человек. Убей, да воткни нож ему, алло. Боже, ты их бьешь, бьешь, а толку-то, дебил. Ура, ура, ты додумался убить его. Да пошел ты. Ура. Наконец-то, боже, отрубит давно. Как залезть-то? А, вот лестница. Контратака. Прием. Ура. Слезь отсюда, слезь, дебил. На помощь! Тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Брат уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть план на святую землю. Это все, что ты от меня давно оставили, молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Не
Ой, ты такой тупой ассасин, боже. А, тут закрыто. И где прятаться? Где спрятаться? А прятаться негде. Как мы его убьем? Держи его! Стой! Ой, такое отродье Даума. Просто как у меня горит. Контр-атака будет работать сегодня, нет? Ублюдская контр-атака, это... Ну как он меня бесит просто. Давайте отдохнем. Почему бы и нет? Что за черт? Здесь кто-то был. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. У меня обычно жизнерадостно. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в Анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотни разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем наследников. Зачем? Разве ясно? Чтобы управлять событиями? Но-ка, чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что. Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это да, мистер Брайан. А те, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Я думаю, на сегодня мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Всем удачи, всем пока.